РВК представляет iLift. Есть две минуты в лифте, чтобы продать инвестору стартап. Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Антон. Я представляю проект Lactacor. Мы делаем детское питание таким же натуральным и полезным, как грудное материнское молоко. Мы группа исследователей, прежде всего, которые закончили лучшие вузы, геопутный биофак МГУ. И теперь нам удалось найти компонент, которого нет в составе существующего детского питания и который отвечает за нормальное развитие нервной системы и высших психических функций детишек. Мы видим на рынке значительную проблему с неполноценностью состава детского питания, и все рыночные тенденции указывают на то, что все мировое сообщество движется по пути приближения детского питания к естественному, самому полезному питанию детей – грудному материнскому молоку. Соответственно, у нас очень много фундаментальных исследований проведены, работы как на крысах, так и есть часть клинических данных. Таким образом, сейчас мы патентуемся и переходим к работе с регулирующими институтами с точки зрения питания, а также с GLP-лабораториями, которые меряют мировую аккредитацию. Бизнес-модель проекта состоит в продаже производственной лицензии крутым стратегам на рынке детского питания, таким как Nestle, Humana и прочие, потому что только в их продуктовой линейке есть продукты, в которые нам было бы оптимально добавить свой компонент. А что вам надо для того, чтобы проект запустить, чтобы он включился? Нам нужно закончить патентование. Сейчас уже одна заявка на стадии экспертизы по существу. Еще две наши патентные поверенные готовят. И тогда мы готовы переходить к полномасштабным исследованиям для получения международной аккредитации и сертификации. Сколько по времени и сколько по деньгам? Более 2 лет. По деньгам мы ориентируемся на 200 тысяч евро для того, чтобы запустить эту GLP-аккредитацию, получить. И после этого этот проект нужно продавать? После этого мы хотим лицензировать нашу IP и продавать производственную лицензию крупным стратегам. При этом мы уже пообщались с Humana и Nestle, получили позитивный фидбэк, получили подтверждение того, что это реально важная тема, этим реально нужно заниматься. Это очень нас простимулировало. Я верю в этот проект. Мне бы сейчас хотелось увидеть документы. Возможно, что уже продавать этот продукт. Спонсор показа ОАО РВК.